После отмены чрезвычайной ситуации 7 апреля обслуживающие организации вновь могут начать замену счетчиков учета потребления воды, у которых завершился срок верификации. Такое извещение было получено от Министерства экономики Латвии, поэтому Даугавпилское предприятие жилищно-коммунального хозяйства возобновило выполнение этих работ. В данный момент ежедневно заменяются около 40 счетчиков воды, причем это делается по приоритету, в первую очередь там, где это нужно было сделать еще в ноябре-декабре прошлого года. ПЖГХ просит своих клиентов быть внимательными к счетам. В них указывается как о необходимости заменить счетчики, так и графа оплаты этой работы. Специалисты предприятия также обзванивают жильцов тех квартир, где это необходимо сделать. Звонить самим, записываться на замену данных приборов в абонентный отдел можно по телефону. Согласно заранее составленному плану, замену счетчиков без каких-либо штрафных санкций можно будет осуществить как минимум в течение 3 месяцев после отмены чрезвычайной ситуации. Возобновили свою работу и контролеры, которые проверяют счетчики потребления воды. И начиная с 7 апреля, жители обязаны обеспечить контролерам доступ к этим приборам. При себе каждый контролер должен иметь документ, удостоверяющий их личность и принадлежность к обслуживающей организации. Все работы в квартирах сотрудники ПЖКХ проводят с соблюдением эпидемиологических требований. Они обязаны носить защитные маски и бахилы. В настоящий момент предприятие жилищно-коммунального хозяйства ведет активную переписку с Министерством экономики для получения разрешения на возобновление других внутренних работ в квартирах своих клиентов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.